Наличие пропаганды и создание культа личности президента признал недавно президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Сказал Рахмон на встрече с журналистами на церемонии открытия новой студии телевидения и радио «Согда». В свою очередь, Илхом Джамульон, глава Сагдийского областного отделения Союза журналистов Таджикистана, участвовавший на встрече с Рахмоном, признал, что многим местным журналистам не хватает смелости говорить и писать о насущных проблемах региона и критиковать действия местных властей. Нуриддин Каршибоев, председатель Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана, считает, что заявление президента Рахмона пахнет популизмом. Пресс-секретарь президента Абдуфаттох Шарифзада попытался объяснить причину создания культа личности. «Это потому, что люди любят Рахмона всем сердцем», — заявил он. Отметим, на сегодняшний день о Рахмоне, чиновниках и прочих правительственных деятелях в Таджикистане написано 2256 стихотворений. В беседе с корреспондентом Хабархо Домулло Шакирхон из Душанбе прокомментировал ситуацию и попытался разъяснить происходящее. Культ личности Рахмона пропагандируется даже в мечетях. Имам-хатыбы и простой народ вынуждены делать вид, что они поддерживают политику властей. В противном же случае их могут обвинить в том, что они являются хуини миллат, враг народа. Однако ни для кого не секрет, что ни один местный житель, в том числе и ученики и студенты образовательных учреждений, по собственному желанию не будут выражать лояльность режиму, кроме как по чьему-то приказу. Да, есть те, кто поддерживает Рахмона, но это не люди из народа, а отдельные чиновники, их дети и приближенные к режиму предприниматели, которые пользуются поддержкой Рахмона и его близких. А те, которые восхваляют Рахмона, этим самым показывают свою преданность режиму с целью заполучить награду или высокий пост во властных структурах, заявил Шокирхон. We'll be right back.